OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Чого ми хотімо? Кого ми ділять? Кого? Устранение угроз, которые объективно существуют 24 часа в сутки на территориях, прилегающих к Украине, возможно одним единственным способом. Ликвидация. Россия! Ликвидация. Россия! Ликвидация. Россия! Придется устранить сам источник болезни, вот сам этот нарыв, гнойник, от которого во все стороны по кровеносным сосудам эта зараза, этот яд распространяется, как идея, как миф, как мечта. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Нет никаких признаков того, что постепенно слабеющая во всех отношениях Москва намерена отказаться от своего суицидального курса. Уже несколько месяцев она пытается добиться передышки в войне, но не ее прекращения. И в качестве единственного инструмента использует эскалацию. Yesterday they said, we are ready. Ukraine is not ready. And today they attacked us by 54 rockets. Well, they are crazy. So they are ill. Идущая мобилизация, продекларированная аннексия оккупированных территорий, тактика террора против украинских городов, начало введения военного положения в России вкупе с риторикой, адресованной Урби эт Орби, призванной дискредитировать Украину и ее руководство и включающей широкий спектр тезисов от радиологического оружия, пресловутой грязной бомбы, до сатанизма, все это части одного сценария. Кремль пытается всеми способами продлить собственную агонию на поле боя в надежде, что ему удастся перевернуть игру, или что международная обстановка радикально изменится в результате либо внутриполитических и экономических проблем на Западе, либо радикальных действий других игроков, либо по совокупности этих факторов. У нас все-таки бренд Путин. У нас бренд Путин. Это действительно так, и у нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой. Уровень поддержки президента с начала вот этой военной операции существенно вырос. Он сейчас ушел за 80%. Однако нынешняя эскалация стала уже и способом сохранения устойчивости властной конструкции внутри самой России. Важно, что Кремль до сих пор не отказался от изначальной стратегической цели своей агрессии. Разрушение Украины как государства и уничтожение украинской культуры и украинского общества. Более того, российская власть продолжает публично и на всех уровнях подвергать сомнению независимость Украины, а ее вооруженные силы риторически приравнивает к нерегулярным террористическим формированиям. Наши ребята сейчас воюют. Воюют против абсолютного зла. А через мифологию войны с НАТО она пытается консолидироваться внутри себя и обосновать окончательное подчинение российского общества, которому навязывается идеологема народной войны или даже войны религиозной. Вчера вечером Рамзан Ахматович написал: «Это джихад». Это джихад. Это священная война. Он прав. Помимо всего прочего, это служит и оправданием дальнейшего снижения уровня жизни и неизбежной экономической мобилизации, означающей переход к командной хозяйственной системе. Кремль заинтересован в сломе сложившегося международного порядка, в котором у него нет будущего, а также в собственном выживании внутри страны любой ценой на фоне стремительно сокращающихся ресурсов, доступных для перераспределения и покупки лояльности.
Я считаю, что Россия должна перейти на мобилизационные рейсы, то есть мобилизационные экономики и в том числе мобилизационной информационной войны. Круг бенефициаров российской политэкономической системы также сокращается, а когнитивный диссонанс от происходящего во всех слоях российского общества усугубляется. В таких условиях насилие по отношению к Украине неизбежно конвертируется в раскручивание властью спирали принуждения и насилия внутри России. Как вот отличить нациста от обычного человека вот в любой стране? Пытать. То есть пытать, чтобы выяснить... Да, нацистом или нет, правильно. Безболезненных перспектив здесь практически нет. Либо дальнейшая самоизоляция от мира на неопределенно долгое время, если Кремлю удастся удерживать ситуацию под контролем, либо цикл внутриполитической турбулентности, за которым может открыться перспектива позитивных преобразований и умиротворения, или дальнейшей политической, экономической и культурной деградации. Поначалу Кремль действительно мог исходить из того, что он сумеет стабилизировать ситуацию и выйти на искомую передышку, и попытался сочетать это с тактикой террора против Украины и шантажа международного сообщества. Однако ни Украина, ни мир на такое давление не поддались. Боевые действия продолжились, а подготовить из мобилизуемых полноценное войско не получается. Эти люди уже партиями пускаются в расход. Бегают пьяные, водки ищут, напиться, говорит, перед смертью. Ну вот, короче, магазины где спрашивают. Ну так, пацаны понимают, что ну, пушечное мясо, я с ними разговаривал. Все это снова ставит для российской власти вопрос о новых пополнениях живой силы для затыкания дыр на фронте. Параллельно предпринимаются попытки провести экономическую мобилизацию с целью восполнить большие российские потери в вооружениях и военной технике. Однако какого-то плана здесь пока не наблюдается. Созданный для этих целей правительственный координационный совет пока не демонстрирует серьезной активности и пока напоминает больше стремление Кремля распределить ответственность за преступную войну по максимально широкому кругу российской элиты и бюрократии. На начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов. Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Лицо этой антироссии поистине ужасно. Кремле прокомментировали угрозы в адрес Путина со стороны украинских властей. Песков заявил, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Подчеркнул, что российские службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают. Не гнушается Киев и терроризмом ядерным. ФСБ задержало диверсантов, готовивших теракты на российских атомных электростанциях. Планы украинской разведки были, мягко говоря, масштабные. Диверсии на российских ядерных объектах, а именно на Ленинградской и Калининской АЭС. Мы сейчас разместили, считайте, ядерное оружие на территории Белоруссии. Это важный шаг. Оружие тактическое. Но этого мало. Верит ли премьер-министр Польши или министр обороны Польши, что в случае атаки на Белоруссию мы применим тактическое ядерное оружие? Я уверен, что не верит. Во-первых, нам это не позволяет наша доктрина. То есть наша доктрина носит, так же как китайская, оборонительный характер. То есть или ответ на встречный удар, или в случае, когда разваливается страна, то есть угроза самой стране уже идет нашей. Тот же Белгород, то есть где произошла уже, ну не диверсионная разведывательная группа зашло целое подразделение. И это будет продолжаться и усиливаться. То есть никаких красных линий нету. Никаких понятий, правил ведения войны тоже уже нету. И бороться с этим мы должны именно сейчас, то есть не бить по шапкам, как когда-то делали англичане, а делать превентивные шаги, создавая аналогичные средства воздействия на противника. Доктрина у нас весьма гуманная. У нас, знаете, и конституция очень демократическая. Поэтому в этом смысле мы будем ей руководствоваться. Но она позволяет нам себя защитить в случае угрозы существованию. Там главное же прописано. Угроза существованию Российской Федерации. Маленькая ремарочка. У нас правовое государство и верховный главнокомандующий действует строго в рамках
этого законодательства. А основой политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания и является в том числе законом, который подписал Верховный Главнокомандующий.